Вчерашний кобелек, которого отвезли на пристройство, как оказалось, стал ненужным. Назад вернули сегодня в приют. Я противник таких пристройств, которые практикуют некоторые волонтеры. Да, пристраивать животных надо, но однозначно кобелек возрастной, слепой. И люди, прежде чем сказать слово «я хочу», должны приехать, познакомиться и пообщаться с животным. Видимо, в этом приюте ранее такое было в порядке нормы. То, что хватали собак, сажали в машину, возили, абы кому неизвестно кому, а там трын трава не расти. Никто ничего не проверял. Тем более рыбина, которая здесь не убирала ничего и не делала, отдавала с легкостью направо-налево животных. Правильно он чихает. Ну, мы, конечно, рады, что кобелечек у нас вернулся, что он действительно нам нужен тоже, как бы, ну, в плане того, что за уход. И понимаем, что очень много теперь появляется вот таких людей странных, которые ведут себя либо, наверное, для галочки взяли, отправили, пропиарились. И до свидания. Но что все не делается, все к лучшему. Теперь наш дружочек с нами, и мы спокойны, что он действительно будет в безопасности.